произносите искренний баджан, то вы находитесь на Голоке Вриндавана. И это место становится Голокой Вриндавана. Otherwise, Prabhupada was very well situated in Golok Vrindavan with Krishna in his eternal. That's why when our Acharya passes away, when we do the Jai Dvani. Где же находится? Вот, например, Нитьянанда Шрила Прабхупады. Он вечный спутник Господа Кришны на Голоке Вриндавана. We generally say Jayom Vishnu, Jayom Nityalila Pravishtom Vishnupad Paramansa. Pariva Jagacharya, Astotra Shata, Sri Srimadhe's Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki! Когда мы называем имена, вспоминаем наших предыдущих ачарьев, которые уже покинули этот мир, то как мы их, и также Шили Прабхупаде, мы говорим Джая Ом Вишнупад Парамахамса Приврачакачарья Маштоттара Шата Бибити Искон Паунда Ачарья His yes. Loving Divine Grace no, but we had, before that we had Нитьялила Правишта. Нитьялила Правишта. Мы добавляем вот эти очень важные слова. Нитьялила Правишта. Шишимат Абай Чарана Равинда Бхакти Виданта Свами Шрила Прабхупада Ки Чайна. So Нитьялила means that Acharya has entered into the eternal pastimes of Radha and Krishna in Golok. Нитьялила означает, что этот ачарья навечно он проник в вечные игры Господа Кришны и Шримати Радхарани и находится там на Голоке Вриндавана. But when he is there and Krishna says go back and save all the souls in this world of birth and death, samsara. И когда он находится там, в вечной лиле, нитья лиле, в вечной лиле с Кришной, Шримати Радхарани, Кришна обращается к своему слуге, чистому преданному, и говорит, отправляйся туда, вниз, к этим страдающим от рождения и смерти, тем, кто находится в вечной самскаре, отправляйся к ним и проповедуй им мою славу. That is why you never... Mangalarti, Samsara Davanal, we start with those prayers. И поэтому на Мангаларти мы говорим Самсара Даванала Литхалока, Самсара, вечный круговорот рождения и смерти. So Krishna says, Radharani says, go to that forest fire. И Радхарани говорит своему чистому преданному, отправляйся в этот лесной пожар. Мы находимся в пожаре, в лесу. And save all these souls that are suffering. И спаси все эти души, которые страдают от этого лесного пожара. Save all the souls who are burning in the forest fire. И спаси все эти души, которые уже горят в этом лесном пожаре. So Prabhupada comes. И тогда Прабхупада спускается оттуда, из Нитьялилы, из Верховного, из Голоки Вриндавана, он спускается сюда, в эти миры. But for him, this is, wherever he is, it's Golok. Но где бы он ни находился, это для него Голока Вриндавана. Just like there are two ways you can serve the Acharya. И точно так же существует два вида служения Ачарьи. One is when he is physically present. Первое служение, когда он непосредственно физически присутствует рядом с вами. And the second way to serve the Acharya is through his Vani, through his words. И второе служение Ачарьи называется Вани, служение его наставлением. And Vani, Prabhupada said, is more important than Vapu. И Шрила Прабхупада сказал, что Вани, то есть следование наставлениям Ачарьи, гораздо важнее, чем Вапу, служение его телу физическому, когда он жив еще на этом теле. So if we follow the instructions of Prabhupada, and if we become perfect in our sadhana, then this becomes Golok for us. И если мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады и становимся совершенными в нашей садхане, то тогда мы уже входим на Голоку Вриндавана. И мы можем дать Голоку другим. Голоку Вриндавана другим. Golok is also consciousness. Голока также означает сознание. Everything Prabhupada saw was from the consciousness of Golok Vrindavan. Все, что видел Прабхупада, это сознание Голоки. Yatha Vaishnava Gana Sahisthan Vrindavana. Bhaktivinoda Thakur says, wherever there are pure Vaishnavas, Bhaktivinoda Thakur говорит, где бы ни находился, that place becomes Golok Vrindavan. That place becomes Vrindavan. Где бы ни находился чистый преданный, это место становится Голокой Вриндаваной, Вриндаваном. So our Acharyas, they never really say, please take me to Golok. И наши ачарьи никогда не молились к Кришне. Show me one bhajan written by any of our acharyas that says, please send me to Golok.
они не просили Кришну, пожалуйста, забери меня на Голоку Вриндавана, возьми меня туда. Можете ли вы показать хотя бы один баджан какого-нибудь ачарьи, где он умоляет Кришну, забери меня к себе на Голоку Вриндавана? And but the only thing they say, most bhajans and all bhajans is, give me your service. И все баджаны, большинство баджанов, о чем говорят наши ачарьи, они говорят, о Кришна, дай мне служение твоим лотосным стопам. It's very, very high. Это очень-очень высокий уровень. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada said, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur сказал, don't try to see Krishna. Не пытайтесь увидеть Кришну. Perform your seva in such a way, совершайте свои служения таким образом, if Krishna wants to see you, then he will call you. Чтобы Кришна захотел увидеть вас и позвать вас. Because our line of devotional service in Gaudiya Vaishnavas is the topmost, where you cannot find that kind of love for Krishna. One is willing to sacrifice themselves for Krishna, even if they have to go to hell. И в нашей линии Гаудия Вайшнавов вы нигде не найдете такого высочайшего уровня бхакти, как в нашей сампрадае, в нашей линии, поскольку никто из них не хочет ничего, кроме служения Господу. And if we are true followers of Prabhupada, и если мы являемся истинными последователями Шрилы Прабхупады, then we have to go behind Prabhupada. Мы должны идти за Прабхупадой. So if Prabhupada is preaching somewhere, если Прабхупада где-то проповедует, or Prabhupada's mission is to preach, и миссия Прабхупады это проповедовать, then we should assist him. И мы должны помогать ему в этом. Going to Golok is not that important. И Голока Вриндавана тогда не так важна. When Narsimhadeva Bhagavan was so pleased with Prahlad, когда Нарсимха Бхагаван был так удовлетворен Шипрахладой Махараджем, please ask me something, he said. Он сказал ему, пожалуйста, Прахлад, проси чего хочешь, я исполню любое твое желание. He said, what can I ask you, my dear Lord? I see that my father had everything material in this world. И Прахлад ответил, что я могу просить у тебя? And then you simply tore him apart like a Tavakara Kamala Varena Kamat Buddha Sringam Dalita Hiranyakashipu Tanu Bringam. Bringa means a small fruit fly. Something very small. Sometimes on the fruits, on the banana it's very ripe, you see some small flies. Even if you touch them, they kill. Bringa. Bringa, это означает маленькая-маленькая мошка. Мошка. Если вот иногда на банане сидит мошка, например, вы хотите ее оттуда убрать, и вы можете убить эту мошку. Вот бринга это означает. И вот Прахлад Махарадж просил, что я могу попросить у тебя, о мой возлюбленный Господь? Мне ничего не надо, потому что весь этот материальный мир и мой отец, это все материальное, это все иллюзорное. So I saw you do kill my father like that, like a bringa. Ты убил моего отца, как убивают мошку. Ну так, мошку мы можем не заметить. I don't want to ask you anything, my dear Lord. There is nothing in this material world that will satisfy me. Я ничего не хочу просить тебя. В этом материальном мире нет ничего, чтобы меня удовлетворило. So Нарсимхадев said, no, I'm very pleased with you. Please ask me. I want to give you a benediction. Нарсимхадев продолжал. Нет, ты должен попросить у меня какого-то благословения. Я хочу дать тебе свои благословения. So he said, okay, if you want to give me a boon, please, you know, my father was a great demon. Please, you know, forgive him and give him some liberation. И тогда Прахлад Махарадж сказал, ну хорошо, если ты хочешь мне дать какое-то благословение, то тогда мой отец был великим демоном, царем демонов, Хираньякашипу, и ты убил его как мошку, растерзал его на части. Так, пожалуйста, спаси его и дай ему мукти, освобождение. So Narsimhadeva Bhagavan says, Dad, you don't have to worry. 71 generations to come and 71 generations previous. Because of you becoming a pure devotee, they are all liberated. Ты не должен был просить меня об этом. Я уже освободил их всех. 71 поколение до и 71 поколение после уже все освобождены. So, but I'm still happy. Please ask me something. So that. Пожалуйста, проси меня что-то, чего я должен. So then Prahlad says, "Okay, my dear Lord Narsimhadev, if you want to give me something." И тогда Прахлад Махарадж сказал, хорошо, мой Господь, если ты все-таки хочешь что-то персонально дать мне, let me assist my Guru Maharaj's mission, Narad Ji's mission. Позволь мне
кооперировать, работать, служить моему гуру Махараджу, помогать моему гуру Махараджу. А знаете, кто гуру Махарадж, Прахлада Махараджа? Нарада Муни. То есть быть рядом с ним и помогать его миссии. So his mission is to save all the souls that are suffering in this world. А миссия Нарады Махараджа, Нарада Муни, это спасти все духовные души, которые горят в огне лесного пожара в материальном мире. So I want to assist him and stay here in this material world. Я хочу остаться здесь в материальном мире и помогать своему гуру Деву. So I can assist my Guru Maharaj in giving others Krishna consciousness. Я хочу помогать своему гуру Махараджу и проповедовать славу Господа здесь, в материальном мире. So if we are really true followers of Prabhupada, если мы являемся истинными последователями Прабхупады, то тогда мы должны помогать, служить Прабхупаде. We have to serve Prabhupada's mission. Мы должны служить миссии Шрилы Прабхупады. And Prabhupada's mission is ISKCON. И это служение Шрилы Прабхупады — это ISKCON. And how we can make ISKCON better, how we can give Krishna consciousness to as many people as we can by first taking it very seriously ourselves. И как мы можем помочь Шриле Прабхупаде? Как мы можем сделать лучше ИСККОН? Как мы можем помогать другим преданным? В первую очередь, мы должны помочь самим себе и стать лучше сами. That is liberation. Вот это называется освобождением. Now the next category of anarthas is apradh. Aparadha. We all know, first one is namapradh. Первое, мы знаем, это нама-аппарат. And you all know the 10 offenses to the holy name. И вы знаете 10 оскорблений святого имени. We should not blaspheme devotees who have dedicated their lives in propagating the holy names. Мы не должны оскорблять преданных, которые отдали свои жизни служению, распространению святого имени. We should never consider the demigods equal to or independent of Krishna. Мы не должны рассматривать полубогов как равных или выше Кришны. To disobey the order of the spiritual master is also a namaprad. Мы не должны отказываться от служения своему духовному учителю. To blaspheme the Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vedic version. Мы не должны оскорблять священные писания, которые находятся в линии. To consider the holy names to be imagination. И рассматривать святое имя как нечто воображаемое. To give some material or mundane interpretation to the holy name. И давать какие-то обычные смысл святому имени. To commit sinful activities on the strength of chanting the holy name. Совершать греховные поступки, опираясь на могущество святого имени. To consider the holy names to be equal to the karmic Vedic karmakand mantras. Рассматривать святое имя как равносильное проведению каких-то ведических ритуалов. Or to chant the holy names for material gain. И воспевать святые имена для получения какого-то материального награды. Это все оскорбление. To preach the holy name or the glories of the holy name to faithless persons. Рассказывать о славе святого имени человеку неверующему. And in spite of chanting for many, many years, we are still attached to material things. И следующее оскорбление, это несмотря на то, что мы так много слышали о славе святого имени, и столько лет мы читаем святое имя, мы все еще привязаны к материальным вещам. That is namaparadha. Вот это все. All these ten. Все это намаапарадха, оскорбление святого имени. Then there is вайшнавапарадха. Еще существует вайшнавапарадха. We should never commit offenses against anybody. Any Vaishnava especially. Мы не должны совершать оскорбления ни по отношению ни к кому, потому что и особенно к вайшнавам. Narottam Das Thakur says in one bhajan, Hari sthane aparadhe tare hari naam, toma sthane aparadhe nahi paritran. Narottam Das Thakur сказал эту шлоку. He's saying that if we make some offense, если мы совершаем какое-то оскорбление, to the Lord, Господу, Krishna, то Кришне. Then the solution is chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
то решением проблемы является просто воспевание его святых имен. But if we commit an offense to a Vaishnava, а если мы совершили оскорбление Вайшнава, then there is no recourse. То не существует никакого решения проблемы. And we know the examples of Amrish Maharaj, Jagai Madai, etc. И столько существует примеров Шримад Бхагаватам, это Джагай Мадхай, пример Амбариши Махараджа и Дурваса Муни. And it's so important, not that only we should not commit offense against Prabhupada or some great senior Vaishnava. Это не так, что мы не должны совершать оскорбления Шриле Прабхупаде или каким-то другим продвинутым известным ачарьям Вайшнавам. We should be conscious that anybody who is chanting the name of Krishna is a Vaishnava. Мы должны постоянно держать в памяти и быть сознательными, что любой, кто читает святое имя Господа, является вайшнавом. And we should not commit offense against any one of them. И мы не должны совершать оскорбления ни по отношению ни к кому. Because we don't know. Потому что мы не знаем. That same person who is just maybe starting or whatever, he may not be very big now, he could be a pure Vaishnava in the future. Мы не знаем ни о ком ничего. Может быть, тот человек, который неофит преданный, который только что присоединился к нам и начал только читать, воспевать святые имена, может, он в будущем станет великим вайшнавом. Because Mahaprabhu said that Vaishnava offense is like a mad elephant. Потому что Чайтанья Махапрабху говорит, что вайшнава аппаратха это является бешеным слоном. You have a beautiful garden. Например, у вас красивый маленький садик, который вы выращиваете. And somebody opens the gates. И кто-то открыл калитку. And a big, crazy elephant walks in. И огромный бешеный слон ворвался в этот садик. Within 5 minutes. И в течение 5 минут. That crazy elephant is going to take all the trees and the plants and finish it off. Бешеный слон, он вырвет с корнем все деревья и растопчет все ваши любимые цветы. All our life we chant, we do so many sadhanas, and when we commit an offense, it's like that wild elephant. И всю свою жизнь мы читаем, воспеваем святые имена, следуем всем регулирующим принципам, и в 5 минут все то богатство, которое мы накопили через чтение, этот бешеный слон в 5 минут, наш гнев, он растопчет все. That is why the safest is what Mahaprabhu is advising. Safest. The safe thing that Mahaprabhu is advising. Yes. И Шри Чайтанья Махапрабху объясняет нам за самый безопасный метод. Тринадапи суни чена таро ива сашна аманена манадена киртанья садахари. И Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, это наиболее безопасный метод для вайшнава. We should be humbler than a blade of grass. Мы должны быть смиреннее, чем травинка. We should be more tolerant than a tree. Мы должны быть более терпеливыми, чем дерево. And we should give respect to all and not expect any respect for us. Мы должны быть готовы дать почет каждому и не ожидать обратно почета себе. And then when we do these three things, если мы делаем все эти три вещи, we will be able to chant the holy name without offenses. Мы будем способны воспевать святые имена без оскорблений. And constantly kirtanya sadahari. И постоянно kirtanya sadahari. So then Vaishnava, the next aparat, и следующий аппаратха это is seva aparat. Это сева аппаратха. When we are doing seva of Krishna, мы совершаем какое-то служение Гуру-сева, или даже Гуру-сева, we have to be very careful. Мы должны быть очень-очень осторожны. We should always be very clean, take a nice bath. Мы должны всегда быть очень чистыми и принимать хорошее омовение. Do proper achaman. И делать всегда правильный ачаман. Etc. И дальше это другое. Сева-апарат we should avoid. Мы должны избегать сева-апаратхи. Then we should avoid jiva aparat. Мы также должны избегать jiva aparatхи. Jiva means not only Vaishnavas, anybody else that is a living entity. Jiva aparatха. Jiva означает не только вайшнавы, но любое другое живое существо в любой форме, какой бы оно ни находилось. We should not hurt anybody. Мы не должны никого обижать. So this is all anarthas. Это все анартхи. And the last category of anartha is rudra. Последняя категория анарт. Rudai durbalyam. Rudra. Rudai. Rudai. Rudai means heart. Hridaya. Hridaya.
Хридая дурбальям. Последняя. Weakness of the heart. Это слабость сердца. So in the weakness of the heart there are four categories. И в этой слабости сердца существует четыре категории. Tuccha asakti is the first one. Tuccha asakti. Yes. Being attached to stupid things. То есть быть привязанным к каким-то очень We should be attached to the holy name, we should be attached to the seva, but we are attached to so many small, small things. Мы привязаны к материальным вещам, много-много материальных вещей, которым мы привязаны. Tuch means fallen, tuch means most degraded things that we are attached to. То есть мы привязаны к каким-то очень деградированным, ненужным, совершенно ненужным для нашей духовной, для нашего духовного прогресса вещам. Sometimes, you know, we see even within our devotee community, somebody forgets something, like small item, like say a shawl or a bag, we get so upset. Мы даже среди нас, среди вайшнавов, можем видеть, что кто-то настолько привязан к своему чадру, там, сумке, к бутылке с водой или чего-то. Если он его потерял, он начинает искать, он беспокоится, это приводит его в такое беспокойство, что он забывает все. Just a few days ago, one Mataji lost her glasses. Как несколько дней назад одна Матаджи потеряла свои очки. And she was so upset, all day. Весь день, несколько дней, она была полностью обеспокоена, обескуражена и не могла ничего делать. She didn't do her parikrama properly. She didn't chant the name. Она не могла воспевать эти имена, она не могла ходить на парикраму. Она просто переживала от того, что потеряла очки. She was constantly thinking about her glasses. И она все время думала о своих очках, как это я могла потерять. So this is just one or two examples that I can quickly think of. Это вот только один-два примера, которые я могу привести сейчас. Tuccha asakti. And tuccha also means that things that will make you fallen. And tuccha asakti. Это значит tuccha также вещи, которые сделают вас более деградирующими. То есть они делают вас падающими. Material things that will make you, instead of elevating you, it will make you fall down. То есть материальные вещи, которые вместо того, чтобы поднять вас, они вас опустят в грязь. Like illicit sex. Например, занятия незаконным сексом. People are addicted. Люди очень привязаны к этому. That's tuccha asakti. Это tuccha asakti. Then the next one in the hridaya durbalyam is akutaniti. Akuta. Kutniti. 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 Duplicity. Это лицемерие. Double standards. Это двойной стандарт. Saying something and doing something else. Говорить что-то, а думать совершенно другое. We have to analyze ourselves. Sometimes we also, as devotees, we wear tilak, dress. And sometimes our behavior is so nonsensical. Мы должны проанализировать самих себя. Иногда мы так хорошо одеты, в вайшнавские одежды, ставим тилак, тело чистое, омовение приняли, все, читаем мантры. А внутри мы думаем совсем другое. Sometimes when Guru Maharaj is there, we behave very nicely. Hello, Prabhu. Hello, Mata. How are you? I'm doing fine. How are you? But after Guru is gone, then they don't treat each other nicely. Когда наш Гуру Махарадж присутствует рядом с нами, мы со всеми всем улыбаемся, мы со всеми очень мягкие, добрые, великодушные. Как только Гуру Махарадж уезжает, то мы относимся к другим преданным не самым лучшим образом. That's a duplicitous nature. Это лицемерие, лицемерное качество. Двоедушие. Then that's the third one. Третье это is matsarya. Матсарья. Envy. Это зависть. Envy is very dangerous. Зависть это очень-очень опасно. We are all envious. Мы все завистливые. Nobody can say we are not envious. Никто не может сказать, что не завистлив. Otherwise we would not be here. Если бы мы были независтливы, то мы бы здесь не находились. Some of us are envious like a small mustard seed. We have it. По крайней мере, горчичное зерно зависть у кого-то есть. And some are envy like a big football. А у другого зависть как большой футбольный мяч. Even within the devotee community. Даже внутри среды вайшнавов. Somebody sings nicely, somebody does nice pravachan, somebody does nice cooking, somebody does nice dressing, somebody does nice seva. We are envious.
кто-то очень хорошо готовит, кто-то очень хорошо поет, кто-то хорошо играет на мриданге или гармонии, кто-то очень совершает очень хорошее служение, кто-то дает очень хорошую лекцию. Мы очень завистливы, завидуем этим людям. So these are the different anarthas. Это различные анархи. So we can all analyze ourselves where we stand. Мы должны анализировать внутри себя, как мы относимся. And this is only the fourth stage. И это всего лишь четвертая ступень. If we can finish this, we have crossed the fourth stage. Если мы закончим с анартха неврити, то это будет всего лишь четвертая ступенька в нашей жизни. Адо шрадда. А потом. Faith. Initially is faith. Then we meet devotee sadhus. Мы начали с веры, потом садусанга. And sadhus will advise you what to do. Good and bad. Bad you should give up. Good we should keep. Саду даст нам хороший совет. Что мы должны делать? Отбросить плохое и принять хорошее. So that third stage is called bhajan kriya. И третье, поэтому начинается с первой инициации bhajana kriya. And once bhajan kriya is done perfectly, и когда bhajana kriya сделана совершенно, that anartha nivritti, all the anarthas that we discussed will go away. Все анартхи, которые мы совершали в прошлой жизни, они уходят. And then after that, the next stage is, и следующая стадия, которая наступает после анартха нивритти, the next stage after anartha nivritti is we get ruchi. Ruchi. Sorry, nishtha. Nishtha. Nishtha means we are firm. Nishtha означает мы очень твердо стоим на ногах. Это твердая вера. I have to wake up at 3:30 or 3 a.m. for Mangalarti. I must attend Mangalarti. Если я у меня nishtha, я считаю, я должен стать 3:30 утра и пойти на Мангала-арати. Doesn't matter if it is cold or very hot or whatever it is. Не имеет значения, очень жарко на улице или очень холодно. Я должен пойти на Мангала-арати. Nischaya. I must chant 16 good rounds. Я minimum. Должен читать 16 очень хороших кругов как минимум каждый день. Prabhupada said 16 rounds, but 16 minimum 16 good rounds. Как Шрила Прабхупада сказал, 16 очень хороших кругов как минимум каждый день. When we reach that stage, когда мы достигаем этой ступени, sometimes we have to beat our mind with shoes. Мы должны бить наш ум тапком или веником по 100 раз. Then the next stage comes is ruchi. И вот потом приходит уже ruchi. The real taste. Это приходит истинный вкус воспевания себя. Then you don't have to beat your mind with shoes to wake up for Mangalarti. Тогда не надо будет бить себя по своему уму, чтобы встать утром 3 утра на Мангаларти. You just can't wait. When will I wake up? When will I see the beautiful deities? When will I do Tulsi Arti? When will I chant the holy names in Brahma Mura? Вы можете, тогда не надо будет бить себя или заставлять себя вставать. Вы просто вскакиваете. Даже когда ложитесь, вы думаете, ну зачем я ложусь спать? Когда же я наконец увижу снова удивительные божества, их прекрасный лик? Когда я приду на Мангала-арати, услышу киртан и увижу преданных? And then the next stage is asakti. И следующая стадия это асакти. Asakti stage means. Асакти означает. We are very attached. Мы очень становимся привязанными к нашему служению. We are very attached to our Krishna consciousness. Мы очень становимся привязанными к нашему сознанию Кришны. And after that stage comes bhava. И вот после этой стадии приходит стадия ступенька бхавы. Then we will have very special feelings for Radha Krishna. Будем иметь особенные чувства к Радха Кришне. We get a glimpse of our seva in the eternal world. И мы увидим маленький зазор откроется, в который мы увидим наше истинное служение там на духовном планете. The next stage is the last one is Krishna prema. И самая последняя ступенька это Кришна према, истинная любовь к Господу. So we explained the anarthas. Мы сейчас объяснили анартхи. And the process of attaining Krishna prema through the different processes. И как достичь Кришна премы через различные процессы. I'm sorry it has taken too long today. Извините, что если. And my Damodarashtakam is still not finished. Do we remember where we left off in the Damodarashtakam? Which point? И Дамодара Аштака все еще не закончена. Так где же мы остановились на Дамодара Аштаке? Yes, Idrisvalila Virananda Gude Swagosha Nimanjantam Akhyabhayantam
Tadi ishitat agneshu. Bhaktar, only those who have love, meaning Krishna prem. То есть, только те, кто имеет Кришна прему, любовь к Кришне. I will be bound by them. Только они могут связать меня узами любви. But those who have knowledge about me as God, I don't get bound by him. Но те, кто имеет знание обо мне как о Боге, они никогда не смогут связать. In other words, we have to have the love like the Vrajvasis. И на самом деле мы должны иметь такую же любовь к Богу, к Кришне, как у Вриджаваси. Tadi ishit agneshur bhaktai jitatvam. I become conquered by that devotee. И я буду покорен этими преданными, чистыми преданными, которые имеют. Tadi ishit agneshur. Puna premastam shata vruti vande. And with that such love of the Vrajvasis, or the love of Yashoda Mahi, и с любовью такой, как у Яшоды Мои, I offer my hundreds and hundreds of obeisances. Я предлагаю тысячи и миллионы своих поклонов. Так вот, вот что говорит Сатьявратя Муни Дамодара Аштаки. Now I have a question for everyone. А теперь я буду спрашивать. I still have a few more verses and I think I need one more session. Can we arrange that? Or you want to continue? Because I know some of you are tired, woke up very early. Yes, I don't mind continuing if you want to listen. No, prasad is over now. Many of them didn't take prasad. Yes. Because morning time, 9 to 10, prasad is over. Oh, I thought you have prasad at 1 o'clock. No, 1 o'clock here. But morning prasad in the temple, everybody miss. So only at 1 o'clock, 1:30 even. So what should we do? Should I continue or should we get one more session from the management? Ask them the question and maybe you can. Он спрашивает, нам нужно еще один урок провести по Дамодара Аштаке. Может быть, завтра проведем еще один урок по Дамодара Аштаке, чтобы полностью уже закончить Дамодара Аштаку как таковую. Или же мы должны продолжать сейчас, но я говорю, уже все устали. Просада никто не ел. And also the Vaishnava Academy, they started their work at 10 o'clock. Now it's 25, so 25 minutes we are taking their time. I'm so sorry, I apologize. Yeah. So shall we have one more session? Yeah, we can do this tomorrow. Can you ask Ramadevi? But tomorrow is 28. Завтра 28, если вы знаете, завтра Гопаштами. Is everybody here tomorrow or are you going out somewhere? И вы куда-то уходите завтра на париграмы или куда-то, потому что завтра Гопаштами, программа будет в храме, большая программа, большая лекция до 12 часов там будет. Еще где-то в русском доме будет проходить программа Гопаштами. Or what we can do, my suggestion is that since we don't have the projector, we can continue this afternoon. Если мы сегодня вечером продолжим 4:30, Yuva Prabhu called me last night, and he said the presentation. I don't know how we will do it because we don't have a projector. He has no projector. No projector. But there is projector in Srila Prabhupada's house. But there is Bhagavad Gita class there. No, doesn't matter. They not using every day the projector and. Screen, but you know, yesterday I was trying to ask Dharmatma Prabhu, but I was thinking it will be better if you will come yourself and I can assist you go together to Dharmatma Prabhu. He's Brahmachari. I know the secretary Dharmatma. Of Panchagoda Prabhu. Yes. And ask him that I need the projector and screen just for 2 hours in Russian building for my lecture. It will be better you talk to him because I don't really know him that well. Yesterday I was trying, but you should assist. Okay. So, but in case if we don't get the projector, shall we continue this and finish it today? Yeah, of course. Can you ask everybody? Everybody wants to come back at 4:30. Сегодня в 4:30 все придут. Как куда? Сюда? Куда же еще? Мы уже объявляли вчера. 4:30 вечера. Мы можем, знаете, как сделать? We can do this. We can finish with this part, which and then you should start the creation topic. Okay. And we will quite, you know, this mostly many of them they want to see the video.
It's very important for them to see, not only just listen, they try to listen. But, for them it will be very important just to see. Yeah, if we can get the projector, I'm willing to do it. Otherwise, we'll continue the Avadarashtakam. Yeah, but the situation is, mostly people already, I put your paper in a welcome center, so many people now know that today for 30